Миссис Чан ведет автобус с детьми и не может его остановить! Пенни, вы с Элвисом поедете на Фениксе, а я возьму Меркурий. Хорошо, Сэм. Готово. Теперь все в Понтипенди увидят мои фрукты. Здесь нельзя ездить. О! Здесь налево. Только не на набережную. Здесь направо. Не плачь, Лили. Это намного лучше, чем американские горки. Я уже говорил вам, что не люблю скорость. Налево или направо? Налево! Направо! О, нет! Сегодня вторник. И что? Сегодня сдают картон. Нет, сюда, на меня. Давай. Сюда! Нет, сюда! Нет, нет, туда! Нет, на меня! Говори под руку. Я хочу к своей мамочке. Я сейчас заберусь к вам. Это отключит двигатель, но у вас по-прежнему не работают тормоза, и вы едете прямо к развалинам. Элвис, сможешь зацепить автобус веревкой? Это его остановит. То есть? Да. Доставай свое лассо и загоняй его, приятель. Теперь дави на тормоза, Пенни. Теперь наклоняемся и поднимаем пожарные ведра. 10 раз, пожалуйста. Моя спина. Ой. Не останавливаемся, быстрее. Быстрее. Освежающая чашечка чая. Вот что мне нужно. О, нет. Я оставил молоко в автобусе. А вы двое останьтесь здесь и присмотрите за горелкой. Это так скучно. Я скажу тебе, что будет не скучно. Почему бы нам не прогуляться с тобой до той лодки? О, да! Отличная мысль, Дерек! Быстрее, пока Тревор не вернулся! О! Я потянул запястье! Ай! А теперь раскачиваем ведра из стороны в сторону! Поехали! Моя нога. Ну и дела. О, я звоню медсестре Флат. Нужно проверить ногу Элли. Вдруг она ее сломала. Думаю, можно прерваться. Как жаль. Я как раз начал входить в ритм. Будет так здорово. Погоди, а где весла? Их здесь нет. Может, подойдет что-то другое? О, пожарные лопаты! То, что нужно! Ой! Осторожно, Норман! Я из-за тебя весло уронил. Думаю, я до него дотянусь. А, нет! Теперь я свое уронил. Нас уносит. Остается только одно. Помогите!
Нормана и Дерек. Ничего себе. Сэм, помоги, мы не можем вернуться. Хватайтесь за веревку! Спасибо, пожарный Сэм. Спасибо. Вы двое должны быть очень осторожны. Прости, Сэм. Дядя Сэм, там огонь. О, нет. Нужно потушить его, пока он не распространился. Что? Где наши лопаты? Что? Пожарные лопаты. Понимаешь, дело в том, что мы использовали их как весла. Они уплыли вниз по реке. Это Норман виноват. Без разницы, кто в этом виноват. Если мы не потушим пожар, он очень быстро распространится. Ничего не сломано. Замок направляется на север, Сэм. Понял тебя, Бен. Это ты во всем виноват, Норман Прайс. Все будет хорошо, Мэнди. В этой штуке полно воздуха. Она не утонет. О, нет. Опять ты? Дыш. Нет. Прекрати. Нет! Держись, Мэнди! Держись, Норман! Я соскальзываю! Спасибо, пожарный Сэм! Спасибо, Элвис! Стой, что? Прости, пожарный Сэм, но это все та чайка виновата, она... Норман, это мы виноваты. Нам нужно было подождать, как папа сказал. А, Мэнди права. Нужно было подождать. Прости нас, Майк. Ну, думаю, вы выучили свой урок. Помните, безопасность должна быть прежде всего. Я рад, что вы оба в порядке. И мы даже смогли спасти надувной замок. Теперь придется чинить его и заново надувать. Спасибо, Норман. А когда все будет готово, Майк, можно мне первому попрыгать? А, старший офицер Стил, вы не знаете, как дела у Элвиса с моим тортом? Вы обещали попросить его помочь мне. О, об этом я забыл. Прости, Дилис. О, нет. Но ведь праздник начнется через полчаса. Кридлингтон, ты мне нужен на кухне сейчас же. Простите, офицер Стил, но я выступаю на дне веселой рыбы. Не хочу подвести своих фанатов. Но ты должен сделать десерт. Кто-то сказал, что нужен десерт? О, нет, нет, в глазах моих двоится. Это не я, сэр. Это мой кузен. Я Джерри Ли. Джерри Ли Кридлингтон. Еще один Кридлингтон. Попросите Джерри Ли помочь. Он готовит даже лучше меня. О, готово. Больше сюда уже ничего не поместится. Я поставила все, что смогла, в духовку наверху, Джеймс. А, то есть шеф. Но у нас еще много осталось. У меня дома есть духовка. Отлично. Забирай оставшуюся и ставь свою духовку, Хана. Быстрее, быстрее. Да, шеф. Да, отлично. Кридлингтон, кажется, ты все еще в форме для спасения на воде. Так и есть. Я не могу выбраться. Погоди здесь. Я сейчас тебе помогу. Эта форма не такая яркая, чтобы не напугать животных. И она сделана из материала, в котором очень легко двигаться. Итак, посмотрим, как быстро вы сможете переодеться. Быстрее, Кридлингтон, натягивай форму для спасения животных. О, нет. Офицер Стил,
Ты поставила всю пиццу в свою духовку, Ханна? Конечно. Хотя им и пришлось потесниться. Отлично. Позвоню дедушке и скажу, что мы почти закончили. Не звони дедушке, Джеймс. Звони пожарному Сэму. Две духовки загорелись в кафе «Пол рыбы». Загорелись две духовки в кафе «Пол рыбы». Пенни, вы с Арнольдом берите Венеру, а мы поедем на Юпитере. Хорошо, Сэм. Отойдите в конец поезда и сохраняйте спокойствие. Давай осторожнее, Сэм. Я вылезу с твоей стороны, Сэм. Пенни, время плана Б. Хорошо, Сэм. Быстрее, Бен. Осторожно, впереди лед. Сэм, Титан не сможет здесь проехать. Понял тебя, Пенни. Том, ты здесь? Нам понадобится кенгуру один. Уже лечу. Не нравятся мне сбежавшие поезда. Этот еще и горит. Сделай что-нибудь, Нормаксо. Хорошо. Нормаксо позвонит маме. Я позову своих друзей-инопланетян, и они спасут нас при помощи моей межпланетной рации. Это твой ботинок. Угу. А у меня вот туда вот... Норман, сейчас не время. Я ведь говорю. Держись над поездом, Том. Без проблем, Сэм. Нормакса, смотри, твой план сработал. Это НЛО! НЛО! О, пришельцы! О, Норман! Я прячусь от пришельцев. Прости, Сэм, но нам придется вернуться на базу. Тут такая сильная метель. Слишком много снега. Точно, снег. Высади меня здесь, Том. Потрясающе, Сэм! Невероятно! У нас пришелец на крыше. Конечно, это он. Я это знал. Придется поработать, чтобы она снова забегала по рельсам. Я бы помог тебе, Гаррет, но нам пора возвращаться на станцию. Но я знаю, кто может быть свободен. Алло, старший офицер Стил? Смотрите, сталактиты.
Минеральное отложение, свисающее вниз. И прислушайтесь, слышите подземные реки? А, пока ни одной летучей мыши. Хорошо, мне не нужны эти злобные магические летуны поблизости. Они не злобные, не магические, Норман. Ах, это так, Мэнди. Давно известно, что если они пролетят рядом, ты превратишься в летучую мышь. А мы далеко ушли внутрь горы, Мус? Нет, есть туннели, которые ведут гораздо дальше. Но некоторые из них могут быть опасны. Так, пора возвращаться на поверхность. Не разбредайтесь, ребята. Отлично, мы выберемся отсюда раньше, чем нас заколдуют. Вагонетка! О-о-о, я их столько лет не видел! Она просто красавица, хоть и заржавела. Ей не повредит помощь настоящего мастера. Позволишь мне ей заняться? А, летучая мышь, о, какая миленькая. Ничего не вижу. Не бойся, парень. Твои глаза просто пока не привыкли к свету. Скоро все наладится. Когда это случится, скажи мне, не превращаюсь ли я в летучую мышь? Уверен, что слышал хлопанье крыльев. Не глупи, Норман Прайс. Погодите, кого-то не хватает. Да. Где Мэнди? О, нет. Может, они ее схватили? Злобные летучие мыши Понти Пенди. Ты где? Висишь вверх ногами. Отлично. Норман так ошибается. Это ты меня боишься, а не наоборот. О, наверное, подземная речка поблизости. Ой! О, нет! Помогите! О, нет! Мэнди превратилась в летучую мышь. А ну-ка помолчи, Норман Прайс. Помогите. Кажется, она где-то внизу. Позвони Сэму. Так, мне нужно избавиться от пепла, который остался с прошлой тренировки, и мы начнем. Да, хорошо, Сэм. Не волнуйся, Юпитер. Я придумал, как отмыть тебя практически за секунды. Прости, Сэм. За меня не переживай, Элвис. Мне надо просто умыться, а вот Юпитера, кажется, придется мыть всего заново. О, нет. Вот так, Бесси. Ты скоро станешь чистый, сияющий и сверкающий. Добрый день, офицер Стил. Норман Прайс? Что ты делаешь в гараже Бесси? Все в порядке, Норрис. Я здесь. О, Гаррет, я тебя не заметил. Хорошо, что он под присмотром. У вас есть что-нибудь вроде двигателя самолета или мощной ракеты, чтобы дракон взлетел? Тут у меня только старая тележка. Поставим его на колеса, и будет выглядеть, будто он летит. Хм. А это что такое? Это все нужно, чтобы зажечь огонь в паровом двигателе. Вот бы и у дракона внутри тоже появился бы огонь. О, нет. Это же очень опасно, Норман. Только если не знаешь, что делаешь. Смотрите, зеленая краска. О, смотри, Юпитер, они уже начинают тренировку в задымленной комнате. Отлично, теперь нужно спасти Долли. Запас воздуха 100%. Нет, Сэм! О, нет! Кридлингтон, ты что делаешь? Ты должен мыть Юпитера, а не свои ботинки. Я знаю, сэр, но я уже закончил с Юпитером.
Можно мне теперь присоединиться к тренировке, сэр? Погоди минутку. Вот тут грязь на бампере. И на фарах никакой тренировки в задымленной комнате, Кридлингтон, пока Юпитер не будет чистым. Сияющим и сверкающим? Ничего, Юпитер, принесу еще чистой воды. А, мистер Понд, я как раз вас ждала. Золотая перчатка, мой старый враг. Это ловушка! Номер два. Свяжи пленного. И снято. Связывайте дублера. Мне не нравится сниматься в кино. Или быть привязанным к стулу. Прекрати жаловаться, Джеймс. Тебе всего лишь нужно поймать луч света этой лупой и поджечь веревку. Вот так. Просто, правда? Мотор! Снято! Снято! Кажется, лучше позвонить пожарному Сэму! Джеймс Джон застрял в гараже с горящими канистрами масла. Джеймс Джон застрял в гараже с горящими канистрами масла. Прости, Райан. Там горит масло. Используем тяжелую пену. Хорошо, Сэм. Запас воздуха 100%. Пенни, сначала включи электричество. Очень снежно. Да, так по-рождественски. Так, где же наш магический рождественский сюрприз? Вон там. Потому что сегодня мы будем кататься на санях. Да! Нашел кого-нибудь, Мус? Пока что нет, Пенни. Но я еще проверю. Мы уже... на месте, да? Сани, прямо за следующим пиком. Это же будет волшебный порождественский, дедушка. О, да, вам очень понравится. Это самые невероятные рождественские сани, которые вы когда-либо видели. Они сказочные. Я бы не назвала их невероятно рождественскими. Я бы назвал их просто кошмарными. О. Но я уверена, что они быстрые, да, дедушка? Конечно. Скоро вы будете ехать так быстро, что вам покажется, что вы летите. Давайте, запрыгивайте. Как-то здесь не очень-то по-рождественски. Мне что-то в бок упирается. Держитесь крепко, ребята. Поехали! О, какой сильный ветер. О, не нравится он мне. Кажется, надвигается снежная буря. Вылезайте быстрее. Нибет, вернись! Нам нужно срочно спускаться вниз. Но мы даже не видим, куда идем. К тому же стало так холодно. Это худший рождественский сюрприз в мире. Что это такое?
Ниппер? Когда он сюда приехал? И где Гаррет? Пойдем, Ниппер. Надо позвонить пожарному Сэму. Гаррет пропал в горах. Там метель. Гаррет пропал в горах. Там метель. Гаррет был с детьми. Наверное, они тоже там. Лучше взять Сатурна. Хорошая мысль, Джеймс. Очень важно, чтобы пожарная сигнализация работала. Хорошо. Так. Ну, что скажете? Потрясающе. Это довольно впечатляюще. Отлично. Большой и дикий. Достаточно дикий для... Дикарей Спонти Пенди! Надо сфотографироваться! Отличная мысль, Мэнди! Давайте все встаньте поближе к медведю! Вот подождите, когда дикари из Ньютауна это увидят! Еще шаг назад! Так, намного лучше! А теперь все скажите... Что случилось? Лучше позвонить пожарному Сэму. Мы не можем. Рация была в палатке. Я побегу в спасательный центр и вызову помощь. А мы пока ведем всех в безопасное место. Идем, ребята. О, надеюсь, пожар не перекинется на деревья. Батарейка в порядке. Отлично, Джеймс. Ты справился с заданием пожарного Сэма. Ура! А теперь мне надо справиться с этим. Сейчас. Мы вылезем! Дядя Сэм, я еще кое-что заметил. Но это не в доме. Что такое, Джеймс? На горе пожар. Там же сейчас скауты. Надо позвонить на станцию. На горе Понти Пенди пожар. Что потрясающе? Где? Спасибо. Это я сделала. Итак, кто хочет поиграть в мои игры? Да. Я! Что угодно, кроме мумий. Ну, эта игра будет называться «Прицепи хвост черному коту». Кто-нибудь еще чувствует дым? Мой домик! Моя мышь! Здесь так хорошо и спокойно. В кафе пожар! Стойте, надо позвонить пожарному Сэму. Бип-бип-бип! Бип-бип-бип! Сканирую помещение. На кухне чисто. Старший офицер Стил больше не пытается украсть наши яблоки в карамели. Да, он вон там, Элвис.
Пожар на детском празднике в кафе «Пол рыбы». Пожар на детском празднике в кафе «Пол рыбы». Пожар все сильнее. Ребята, срочно ложитесь на пол, как можно ниже. Давайте, делаем, как говорит Пенни. Дверь заела, и дети застряли внутри. Элвис, бери шланг, а я возьму лом. Пожарный Сэм. Запас воздуха 100%. Готов, Элвис? Пожарный готов, Элвис. Сэм. Запас воздуха 100%. Сэм, отойди! По одному! Беритесь за руку и не поднимайтесь! Вот так, Мэнди, иди ко мне! А где Сара и Джеймс? Тряси. Кажется, мы закончили, сэр. И даже осталось немного песка. Прекрасно! Старый метод тряси-тряси-тряси работает как... Я цел! Хорошо, что немного песка осталось, сэр. Тряси-тряси, Сэм. Тряси-тряси, Элли. Больше не играю в команде с тобой, Норман, и с этим ужасным пингвином. Не слушай его, Пенги. Давай покажем им. Норман! Ну, хватит. Я заступался за тебя. Говорил всем, что ты супер-пингвин. А все, что ты делал, заставлял меня падать и выглядеть глупо. Дерек прав. Ты самый обычный пингвин. О, мои прожекторы! Все уходите со льда! Я не могу! Нужно звонить пожарному Сэму! Норман Прайс в ловушке на горящем катке вместе с пингвином. Он сказал с пингвином? За мной. Поедем на Юпитере. Отойдите подальше, ребята! Думаю, все в порядке. Лед тает! Вода ведь может погасить огонь. Пожар возник из-за электричества. Вода и электричество несовместимы. Что нам надо делать, Сэм? Элли, отключи питание. Арнольд, туши огонь пеной. Хорошо, Сэм. А я вытащу Нормана. Питание выключено, Сэм. Не волнуйся, Норман, я уже иду. О, Сэм, отсуй мне! О, мне ведь нельзя так делать, да? Нет, нельзя, Элвис. Пенальти бьет сборная Понтипенди.
Приготовьтесь к лучшему пенальти этого века. Стой! Смотри, как это делают профессионалы. Вот как надо бить пенальти. Ой! Ай! Ничего себе, ну и дела. Они забили сами себе гол. Да! Гол! Гол? Забудь уже о футболе, Норман. Будь осторожнее. С едой. Мама Мия! Что ты наделал? Прошу прощения. Я здесь все сама уберу. А ты достань пока пиццу с пепперони из духовки и отнеси ее Бену на набережную. Хорошо, Белла. Ах, это нечестно. Я пропущу игру из-за этой ужасной пиццы. Вот как надо нападать. А вот как надо защищаться. Ну, нам здесь явно делать нечего. Можем все расходиться по домам. А вот удар ножницы. А! О, моя спина! Пицца пахнет дымом. Даже слишком сильно. Нет, помогите! Пожар! Пожар! Ой! В парке Понти Пенди пожар на холме. В парке Понти Пенди пожар на холме. Пенни? Мы с тобой начнем тушить пожар с холма. Элвис и Элли, эвакуируйте всех посетителей из кафе. Запас воздуха 100%. Ну что ж такое-то? Сэм! 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 О! Что такое, Элвис? Тебе не кажется, что нужно помочь офицеру Стилу? Вы уверены, что справитесь, сэр? Да, спасибо, Сэм. Я справлюсь. Просто отдыхай. Судя по всему, он в порядке. Я пытаюсь, Ханна. О, Сэму так понравится его торт. О, ничего себе! Кто-то уменьшил Юпитера. О! Вся глазурь испортилась. Я сейчас поймаю. Ты еще ни разу ее не поймал, Норман. Если я сейчас не поймаю, ты можешь забрать мою лучшую кепку. Хорошо. Я ловлю. Мама, я должен был поймать ее. Обычно такое происходит со мной. О, нет! Мэнди, сбросим спасательный круг! О, я позову Бена. Не получится, Норман! Он уехал на остров Понти Пенди! Я позову дядю Сэма! Дилис Прайс уносит в море вместе с Ханной, Джеймсом и огромным праздничным тортом.
Дилис уносит в море вместе с Ханной, Джеймсом и огромным праздничным тортом. Пенни, поедешь со мной к центру спасения на воде. Элвис, а ты помоги офицеру Стилу. Так точно, сэр. Сегодня пожарный Элвис Кридлингтон собирается жонглировать горящими факелами. О, поэтому надо готовиться к операции «Неминуемая катастрофа». Пожарный Сэм, ты будешь стоять вот здесь. Да, сэр. Пожарный Филлипс, ты должен дежурить рядом с Юпитером, а пожарный Маккинли прикроет вас здесь. Все готовы? Пожарный Сэм готов, сэр. Пожарный Филлипс готова, сэр. Пожарный Маккингли готов. Пожарный Моррис готова. Кенгуру один готов. Что ж, это успокаивает. Хорошо. Шоу начинается. Привет, Понти Пенди. Отлично, Элвис. О, да, ты молодец, Кридлингтон. Я всегда знал, что у тебя получится. Да, хорошо, все спокойно. Возвращаемся на станцию. Ну, будем надеяться, что Майк справится не хуже меня. Привет, Понти Пенди! Я хочу представить нового участника моей группы. Гитарный ас 2000! Есть место одно, где все заодно. Новый участник группы не совсем Элвис, верно, пап? Сейчас будет! Включай на полную, Джо! Все и дела лучше нам отойти. О, нет! Этого Элвис бы точно никогда не стал делать! Папа! Уходи со сцены! Кто-то должен позвонить пожарному Сэму! Робот-гитарист Майка Флада вышел из-под контроля и поджег сцену. Робот-гитарист Майкла Флада вышел из-под контроля и поджег сцену! Элвис, вы с Элли берете Юпитер. Пенни, вы с Арнольдом поезжаете на Венере, а я возьму Меркурий. О, нет! Пожар в доме Фладов! Спокойно, сэр, я с этим справлюсь. Что тебе сделал, бедный макет? Встречайте, мои невероятные цирковые овечки! Думаешь, это интересно? Погоди, когда увидишь, как они прыгают через башню из фарфоровых чашек, прыгайте, мои шерстяные артисты! Помогите! Овечка, ты за это не платила. Кажется, нужно звонить пожарному Сэму. Стадо овец разбежалось по всему Понти Пенди.
Стадо овец разбежалось по всему Понтипенди. Кажется, они бегут к нам, сэр. Нет, мой бедный макет! Нужно действовать быстро, чтобы успеть перекрыть им путь. Для этого необходимо Арнольду, Элли и Элвису вывести все машины. Тогда мы сможем перекрыть эту улицу, окружить овец и загнать их сюда. Поняла, Сэм. Нам понадобится форма для спасения животных. Мы окружили сбежавших овец, сэр. Молодцы, ребята. Давай, Вули. Вот так. Попалась. Молодец, Сэм. Благодари всех, Лиззи. Мы команда. Ну, я уж точно ничего не сделал. Сделал? Правда? Да, ты так смешно шлепнулся с крыши на батут. Залезай, Мэнди. Мы так быстро доберемся до мыса Понтипенди и легко выиграем у Джеймса. Но я не умею ездить верхом. Я тоже не умею, но я не думаю, что это сложно. Но ведь даже седла нет. Ездить верхом просто, Мэнди. Нужно сесть ему на спину и сказать «но». Я видел это по телевизору. Я ни за что на эту лошадь не сяду. Это опасно. Нет ничего страшного и сложного в поездке верхом. Как по мне, так выглядит очень опасно. Лучше, чем ваша карта. Кажется, у меня получилось. Я на самом деле выиграю. Стой! Куда ты, лошадка? Лошадка! О, нет! Лошадь с Норманом увязла в грязи. Звони пожарному Сэму, Сара. А я пока постараюсь найти нас на карте. Норман Прайс застрял на лошади, которая застряла в луже липкой грязи. Норман Прайс застрял на лошади, которая застряла в луже липкой грязи. Понял вас, сэр. Попросите Элли встретить нас там, на Фениксе. Там животное в беде, поэтому ты, Лиззи, нам тоже понадобишься. Хорошо. И нужен еще один человек. Арнольд, пойдем быстрей. Элли, не забудь выключить сирену, чтобы не напугать животное. Поняла тебя, Сэм. Привет, Ханна. Привет, Норман. Мы ищем раненую лису, Тревор. И нам очень нужно попасть на утес. На утес? Даже не знаю, Ханна. Мне это не по пути. О, Тревор, пожалуйста. Ты будешь настоящим героем. Таким, как пожарный Сэм.
Героем, да? Как ты это сделала? Просто потрясающе! Просто ищи нашу лису! Так, радар, посмотрим, в какой ты форме. О, надеюсь, радар в порядке. Давай, мальчик, ты сможешь. Ты молодец, радар. Мы уже везде искали эту лису, Ханна. Думаю, мне пора возвращаться. Нет! Пожалуйста, Тревор, если мы ее не найдем, мама очень рассердится. А без тебя нам не вернуться обратно. Ты будешь настоящим героем, если сможешь нам помочь, Тревор. Тебе что-то в глаз попало, Норман? Нет, я... Смотрите, вон там. Я вижу что-то красное, и оно движется. Это лиса! Я поймаю ее! Нет, нет, Норман, это очень высокое дерево. Лучше я. Я же вожатый скаутов, помнишь? Не стоило мне есть тот мясной пирог на обед. Не сдавайся, Тревор! Теперь немного левее. Вот так. Получилось. Это не лиса. Не лиса? Это воздушный змей. Ой. Ты в порядке, Тревор? Думаю, да. Пора звать пожарного Сэма. Я рада вам сообщить, что радар на 100% здоров и доволен. Ура! Но я так и не понял, Лиззи, почему он был такой грустный в последнее время? Я понятия не имею. Отлично, мальчик! Ты заслужил свою любимую шоколадку. Нет, Элвис, от шоколада собаке может стать очень плохо. Скажи-ка мне, ты часто его так угощаешь? Где же она? Леди пушистые лапки? Не бойся, я помогу тебе. Не бойся, леди пушистые лапки. Скауты Бенди не зря дали мне значок ловца. Это леди пушистые лапки. Вернись, леди пушистые лапки, вернись. О, а это мой Норман. Пора звонить пожарному Сэму. Все готово. Спасибо, Элвис. Мы оставим детали здесь, пока их не заберут. Простите, еще деталь. Леди пушистые лапки и Норман упали в реку. Леди пушистые лапки и Норман упали в реку. Элвис, возьми Сатурна. Они плывут в ту сторону. Вниз по течению. А Тревор съел мою сосиску. Не волнуйтесь, мы их найдем. Завожу Сатурна. Прием, Элвис. Норман у нас, но я не вижу собаку.
Сатурн нашел Леди Пушистые Лапки. Ее относит прямо в океан. Мы не успеем. Успеем, если срежем путь. Приготовься, Пенни! Поймала! Прием, Элвис! Леди Пушистой Лапки в безопасности и очень довольна. Если вдруг пришла беда, если помощь вам нужна, знайте, есть пожарный тот, что на выручку придет. Скорее пропусти!